Ну и мое мнение такое. 30 лет назад развалили Союз. Ельцин продался Америке. И все, что сейчас происходит, ну, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам, делают все, что хотят. То есть, ну, парни, как бы мы должны понимать, что возвращаясь с фронта в мир, ну, по факту, война не заканчивается. Ну, она и не закончится. И приказы, возможно, уже никто никогда не отдаст. Потому что отдавать его некому, потому что предатели захватили страну. Все. У меня другого слова больше нет. Если на таких людей, как Александр Валерьевич, возбуждаются уголовные дела, Гиркин сидит в тюрьме, тоже можно к нему по-разному относиться, но тем не менее у человека столько за спиной. Все. У меня других больше слов нет. Это все предатели, блядь, конченые. Им плевать, сколько нас погибнет, сколько мирных жителей погибнет. Блядь. Они живут в своем мире, блядь. У них дети устроены. Вон у них нахуй, Газпром, народное достояние. Да хуй мы с того достояния имеем. Блядь. Да мы только платим всю жизнь, у нас вся жизнь долг. Нахуй. Платим, блядь, сидим в тюрьме, блядь, умираем и так далее. Нахуй. Они не умирают, ни раком не болеют, нахуй, ничем. У них там, блядь, совсем другие протоколы медицины. Блядь. У них все нормально. Блядь, нахуй. Ну, вон, блядь, можно ездить нахуй, куда угодно. Нахуй. Кораны целовать и все, что хочешь, делай. Хоть в присядку, дрочи, блядь. Ну, похуй. Зато мы, блядь, лазим по всей этой хуйне, разгребаем, нахуй. И что? Благодарности какие-то? Нет, нахуй, садись в тюрьму, нахуй. Или умри, блядь. Вот жизнь, нахуй. А еще другой момент. В Черном море сейчас, кстати, вот вышки газовые стоят, блядь, которые не работают, они расхуяли. Туда посадили спецназ и морпехов, нахуй. Они там сидят, кукуют, блядь, в железных ящиках. Их там хуяют каждый день, между прочим. Блядь. Зачем, блядь? У меня рождается вопрос. Ну, вопрос-то риторический, я вам на него сразу же отвечу. Зачем? Затем, что вот эти расхуяренные вышки стоят, которые газовые участки, которые добывают газ, они стоят разбитые, да, там ну, просто расхуяренные. Туда, в железные, блядь, вот эти нахуй комнатки, блядь, ну, это пиздец. Ну, там пацаны сидят, видавшие виды, которые были на Змеином, нахуй, острове, блядь. Они говорят, нахуй, на Змеином не так страшно было, как там, нахуй. И задача у них, типа, сидеть, отслеживать бэки, которые идут на Крым и устранять. А бэки, нахуй, как хуярили, так и хуярят, нахуй. А по факту получается так, как я думаю, нахуй, что просто Черноморскому флоту, блядь, башлянули бабло. Блядь. Ну или приказ сверху поступил, нахуй, что, блядь, за вышки, нахуй, чтоб не распиздили их там на металл, нахуй, не сдали. Мы же газ скоро будем добывать, нахуй, договорничок устроим, и опять газ будем добывать дальше. А пацаны пусть умирают, пусть гибнут, нахуй, похуй, сидите там, защищайте интересы олигарха. Ты просто сидишь в железном ящике, хохлы подплывают на катере, запускают 30 дронов, нахуй, 30, блядь, 30 дронов, нахуй, и хуят тебя, нахуй, ФВПшками этими, ебаными, блядь, охуенно же, да? Вот это пацаны там вот на этих газовых участках сидят, блядь. Какая у них задача, нахуй? Этих пи***ов, блядь, имущество охранять, нахуй. Вот какая у них задача, нахуй. Ну зачем это все? По факту, блядь, как я думаю, по-военному, надо было это все, нахуй, взорвать и все, нахуй. Не надо сейчас, нахуй, вам бабло зарабатывать, нахуй. Без этого как-нибудь справимся. Идите, нахуй, со своими историями про экономику, блядь, про всю эту залупу, блядь, Великую Отечественную, нахуй. Ну, выиграли на голом энтузиазме, нахуй. Все, блядь. Мне больше, нахуй, ничего не надо рассказывать, нахуй. Просто кто там пи***т про экономику, да вы просто, нахуй, боитесь честно признать, нахуй, что там сидят, блядь, нахуй, ворюги ебучие, которые, блядь, просто предали нас, нахуй. И каждый депутат должен понимать, что когда-нибудь он может стать обменным фондом. Когда будем менять в эквиваленте одного депутата будем отдавать хлам, чтобы они его публично вздергивали. Ну, пусть развлекаются, да. Вот. И мы тоже посмотрим по телеку, блядь. Такого украинский канал даже включу. Вот. И 100 наших пацанов с плена забирать будем. Вот это охуительно будет, мне кажется. Вот, вот только какой-то появляется, то какую-то хуйню хотел, блядь, все сразу, нахуй. Поменяли, нахуй. По-моему, охуительный вариант, блядь. И беспроигрышный вообще, блядь. То есть, вообще, просто, блядь, все в шоколаде будут.